Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я распрямляю стальную проволоку с помощью изогнутой медной трубки на токарном станке. Это я покажу на примере простой стальной мягкой проволоки «было», «стало». Проволоки из сетки «было», «стало». И проволоки из стального троса «было», «стало». Для выпрямления проволоки я использую такую медную изогнутую трубку. Берем стальную проволоку, она неровная. Вставляем проволоку в трубку. Кончик предварительно зачищаем у проволоки, чтобы легче протаскивалось. Вот кончик появился. Теперь вставляем в токарный патрон. Пассатижами берусь за кончик проволоки. Сейчас включу станок и буду медленно протаскивать проволоку сквозь трубку. Вот такая стала проволока, ровная, после распрямления. Сейчас буду распрямлять проволоку из сетки. Вот ее также вот вставляю в трубку. Кончик зачистил, чтобы легче протаскивалось. Вот кончик выглянул. Теперь вставляю патрон. Берусь пассатижами, включаю сейчас станок и буду медленно протаскивать. Вот проволока, в принципе, ровная. Но можно еще раз протащить. Вот кончики не расправились. Ну, потому что здесь еще такие места в трубке. Прямые участки. Но можно еще раз. Сейчас протащу еще раз. Включу вращение в другую сторону. Вот все, проволока ровная. Вот из этого троса взял вот одну такую прядь, а из нее взял вот такую проволоку одну. И сейчас ее буду распрямлять с помощью вот этой трубки. Проволоку протаскиваю сквозь трубку. Кончик зачистил у проволоки. Вот кончик появился. Вставляю патрон.
И сейчас буду протаскивать при вращающемся патроне. Все, проволока распрямилась, теперь она ровная. Это вот столистая, упругая проволока получилась. Таким образом, с помощью такой простой трубки на токарном станке можно довольно легко распрямить проволоку, даже упругую, из которой можно навивать пружины. Как я навиваю пружины, показано в моем прошлом видео. Адрес есть в описании. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал.